Hi, ты на канале Magic Family. Жми красную кнопочку подписаться внизу. И нажимай колокольчик, чтобы первым смотреть наши ролики. Да, и подписывайся на канал нашей мамы Энни Мэджик. Там тоже ролики выходят каждый день. Ну вот. Как-то в один из дней после свадьбы между Эйвоном и Мишей случился разговор. Эйвон, ну не грусти, пожалуйста. Миша, отстань, я буду грустить, ведь у меня не будет детей. А я так хотел. Не переживай, мы что-нибудь придумаем. Что мы можем придумать? Ну, не знаю. Софи вроде говорила, что можно где-то взять ребенка. Взять? На Алиэкспрессе может заказать. Кстати, может и правда? Эйвон, на Алиэкспрессе не продают детей. Да? Софи говорила, что где-то можно усыновить. Усыновить? Да, я пойду с ней поговорю. Иди, а я дальше буду страдать. Какая прикольная игра. Надо снять про нее летсплей. Хочешь летсплей? Ставь лайк. Жизнь боль. Я в депрессии. Я никогда не буду отцом. Я никогда не буду дедушкой. Никогда не буду вытирать чужие какашки со своего лица. Привет, Миш, я тут такую прикольную игру нашла. Хочешь поиграть? Софи, надо серьезно поговорить. Когда так начинает разговор, меня это пугает. Помнишь, когда мы поженились, ты говорила про усыновление? Ну да, конечно, я помню. Просто Эйвон очень грустит, и я не знаю, что делать. Миш, мой брат, должна признаться, всегда находит повод погрустить. В общем, не парься. Ну, я тоже грущу, и мы хотим завести ребенка, но не можем, понимаешь? Да, понимаю, и это реально печально. Мы уже думали пойти и найти его на Алиэкспрессе. Но на Алиэкспрессе, Миш, не продают детей. Я знаю. Да. Ну, что делать? Короче, я знаю, что делать. Как всегда, София вас всех спасет. Слава богу. Собачим. Софи-сан обещает, что сегодня у вас будет ребенок. То есть я так быстро забеременею, выношу ребенка и уже даже рожу, и он подрастет, и все за один день? Миша, включи свои красивые мозги. Плиз. Ладно. Так, в приложении нам будет неудобно смотреть фотки, поэтому пойдем. Пошли. Так, самовнушение. Я не жирная, я сейчас прям, да? А? Фух. Так, сейчас посмотрим. Миша, иди сюда. Даже день сегодня какой-то серый. Где он, Софи? Тут нигде нет ребенка. Миша, раз, два, три, мозги включи. Все, я поняла, в компьютере. Знаешь, я думаю, он должен быть похож на тебя, ведь ты красивая. Спасибо, Софи, я согласна. Ну еще бы. Так, это нам не подходит, не подходит, не подходит, не то, это все не то. Нет, это все не то. Смотри, Софи, подарки от Samsung. Миша, мы вообще-то ребенка вам ищем. А, да, прости. Угу. Отлично, я нашла то, что нам нужно. Заказываем, и теперь осталось только подождать. Фух. Эйвон будет рад. Эйвон, мы усыновили вам ребенка. Софи, спасибо тебе, сестричка. Надеюсь, это будет... Это будет девочка, похожая на меня. Ну ладно. Девочка, дочурка, доченька. Не могу поверить. Осталось только подождать. Что-то не едет, да? Может быть, не прямо сейчас, может быть, завтра или послезавтра. Или через пару месяцев, или когда состаримся. Вот ваша посылка, как заказывали. Спасибо за то, что воспользовались нашими услугами. О, господи, неужели она приехала? Давай, будущий отец, иди сюда открывать. Иду. Я говорю, мы хотим поблагодарить вашего клиента нашей компании. Так, надо как-то ее открыть. Мы хотим поблагодарить. Идите вы уже отсюда, дядя. Не видите, мы заняты. Ладно. Она там что-то говорит. Ага, она песню поет. Так, где мои родители? Да, колясочка ей будет уже маловато. Ба-ба-ба-бам! Мне кажется, или она слишком активная? Эйвон, ты должен принимать ребенка таким, какой он есть. Да. Может, дать ей игрушки? Да, пожалуй. Только деньги на коляску потратили. Продать ее, что ли, вроде не сломала. Па-па-па-па. Не мешай, детка, я занят. Ладно, детка, иди играй. Вот жаль, смотри, детка, я купил тебе портфельчик. Вот я его покажу. Какой вкусный. Нет, детка, папа купил тебе его, чтобы ты ходила с ним в школу. Блин, Софи, я уже устала воспитывать ребенка. Да уж, это тяжело. Ля-ля-ля-ля-ля. О, господи. Ка-ка. Деточка, это нельзя здесь делать, папа тебя сейчас будет ругать. Детка, иди сюда. Зачем ты накакала какашку на нашу кровать? Блин, и правда ведь какашка. А я спряталась от вас, от тебя. Мне уже страшно за наше будущее. Не беспокойся, дорогая. Все будет хорошо, да, Софи? Да, давайте лучше все вместе придумаем ей имя. Ее будут звать Юми. Как муж скажет, так и будет. Юми? Прикольно. Я Софи Сан, а она Юми Зай. Да. Я супергерой, у меня есть плащ. Да, надо прибраться тут пока что. Юми, что ты там опять нашла? Юми, твоя мама прибирается, помогай давай. Только сначала съем мамину хофту. Но папе надо отдохнуть. Эх. Лису в табик, кролика в табик. Эйвен, мы плохие родители. Нет, мы нормальные родители, перестань. Большое синее яйцо в динозавра. Я тебя съем. Ах ты, куда ты пошла? Ты динозавр, синее яйцо. Я тебя сейчас съем. Вот так вот, вот так. Ах ты, хочешь убивать? Глупое яйцо. Ух ты, а это динозаврищая кость. Я тебя сейчас съем. Может быть, она наиграется и немного успокоится. Я на это надеюсь. Да. Ага, попалась. Иди сюда, сказала я. Мама, 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 мама. Мамочка моя, новая мамочка, мамочка, я тебе так люблю, мама, муля. Да, да, я понюхаю твою попу. Мама, только аккуратнее, мама, не пукни мне. Ими, перестань. Фу, фу, ты пукнула. Фу, ой, как пахнет. Пш, вылезай. Папочка, ты же меня любишь, да? Да, конечно, доченька, я тебя люблю. Фу, да я думала, вдруг вы меня не любите. Ты же любишь меня, да, любишь, папа? Да, я же сказал, я тебя люблю. Фу, хорошо.
Кажется, она наконец-то устала. Да, я надеюсь, она сейчас ляжет поспать ненадолго хотя бы. Да, поспать надо уже. Слава богу. Я пока она спит, потихоньку пойду. Только аккуратнее, Иван. Да, сейчас потихоньку уползу, пока и она уснет. Ой, поспать что ли надо, поспать? Пап, ты куда? Я с тобой пойду, Юми, давай говори финальные слова. Жмите кувочки, там кувочки такие есть, вы их нажимаете и подписываетесь на все каналы и смотрите еще ролики. Вот, Юми сказала. Да, и ставьте лайк. И Миша, я за вами слежу. Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Да-да-да-да-да. Миш, там другие слова, сейчас песня кончится. Да-да-да. Ой-ой-ой, так и не успеваю.